Попробуем покрасить акриловой краской простой. Единственное, что нашел только по стеклу и керамике. Поэкспериментируем, будет держаться или нет. Решил намешать синий с зеленым, вот что получается. Через камеру, конечно, не видно. Вот, а панель чисто зеленая. Стойки, но еще не докрашены. Так, покрасили. К сожалению, тонкой кисточки нет, поэтому надпись немножко не удалась у нас. Выглядит неплохо. Останется карбоном обтянуть внутреннюю часть кабины, и уже будем выставлять салон.